And now he's doing his research in Israel, the framework of the daily solution for a couple of months. Doing really field research of this topic, Russian mass media in Israel. And as far as I understand, what you hear today, it could be more or less your preliminary results of your research on some theological considerations. Explain better than me. An additional question is, what is our labor policy here? So we declared the talk to be delivered in English, but in a case like that, that everybody, I think, everybody present does understand Russian. So it's up to you. So if you have something ready in English, you prefer to do it in English, you can. If you don't want to speak Russian, it's also a disability. So, what would you say? Thank you for the introduction and thank you for the invitation. I think it would be reasonable to do it in Russian, but those who like English, they will not be disappointed because I have written it in English and the PowerPoint presentation is in English. So it'll be, in a sense, bilingual, if this is okay with you. If there is someone here unhappy with this proposal, please scream now. And may I have a piece of advice? Uh-huh. Please speak Russian. Yeah. And do it in English there. Okay. Андрей Орлов, маркетинг Росте США. Йохан Андреев, Сашкарин, sorry, Чуи. But this is not the place where I'm working. No question, you guys, USA. Александр Кристиев Мурат, Royal Swedish Academy of Letters. Михаил Толстан, Еврейский университет. Михаил Войсков, Еврейский университет. Ася Березняк, Тор. Юзет Калик, Еврейский университет. Вот Мосс Говриц, Еврейский университет. Спасибо, что пришли. Я... Не все представились. Да. Александр Козин, ректорат Еврейский университет. Ага. Извините. Еще раз спасибо, что пришли. Надеюсь, вы не очень останетесь разочарованными. У меня, конечно, тяжелая задача сегодня, потому что я всего только 2 месяца занимаюсь этой темой вплотную, и я понимаю, что я рассказываю это людям, которые здесь живут. То есть мне будет очень трудно, наверное, рассказать большинству из вас что-то новое или чем-то вас удивить. Но я очень надеюсь, что во время обсуждения вы подскажете мне что-то, но я должен продолжать работать, потому что эти 2 месяца подходят к концу, но работа не заканчивается на этом, она, я надеюсь, будет продолжена, если, в том случае, если вы не будете критиковать меня так сурово в конце этого семинара, что я просто тогда сдамся и не стану больше делать ничего в этом направлении, что тоже возможно. Позвольте сначала поблагодарить тех людей, которые, в общем-то, очень сильно помогли мне, чтобы я приехал сюда в качестве так называемого Дэвисиста, то есть того, кто получил стипендию фонда Леди Дэвис. Это прежде всего профессор Москович и значит, также профессора Тименчик и Толстая. И также профессор Кулик помогал. И за техническую помощь я отдельно хочу поблагодарить Эдуарда Вайсбанга. В общем, о чем я сегодня вам расскажу. У меня были какие-то цели и задачи исследовательские. И я старался по мере возможности следовать им. Я понимал, что 2 месяца недостаточно. Но уж какие возможности были, такие постарался использовать по максимуму. А что я хотел сделать, прежде всего, это составить надежную библиографию значит, печатных израильских средств массовой информации, периодических изданий на русском языке. Когда я говорю «надежную», вот те из вас, кто занимается средневековьем,
Вот. Они меня, наверное, хорошо поймут. Вообще, есть несколько таких достаточно ярких параллелей между тем, чем занимается группа профессора Кулика и профессора Тауба. Я, как вы знаете, был здесь на многих семинарах и слушал с большим интересом. Есть проблемы источников. И проблема источников Средневековья, это вроде бы закономерно, потому что мало что сохранилось. Ну что, животрепещущий... Выясняется, что, значит, одна из первых публикаций, так называемый информационный листок «Вечер», начал выходить в конце 40-х годов. Один его выпуск есть в каталоге Национальной библиотеки здесь на кампусе. Он не выдается, его не могут найти. И это, к сожалению, не единственный случай. Есть издания, которые закаталогизированы, но их не могут найти, когда я заказываю, значит, вот в библиотеке, прошу их мне выдать, чтобы я на них посмотрел. А есть издания, которые в библиотеку не попали по разным причинам. Их там просто нет, они не зафиксированы. И поэтому нужно с помощью разных разговоров и бесед с людьми выяснять, где эти издания могут храниться. Чаще всего у издателя на дому. И туда идти и смотреть, изучать это издание, которое по разным причинам, значит, в библиотеках это или Русской Иерусалимской городской библиотеки, которую вы хорошо знаете, которая находится в центре города, значит, туда они тоже могли по каким-то причинам не попасть. Вот что значит надежный библиографический список. Там есть вот эти проблемы с источниками. Второе – это осмыслить этот материал хотя бы в логическом аспекте и в жанровом аспекте. Разумеется, для этого нужно посмотреть было как можно больше изданий де визу, чтобы ставить о них совершенно четкое конкретное представление. Но, кроме того, меня интересовало также не только то, что напечатано, но и что происходит в тот момент, когда то или иное издание выходит в печать. То есть я пытался по мере возможности говорить с журналистами, с издателями, с редакторами и кое в чем мне это удалось. Потом такая цель, которая тоже может быть не чужда семинару по культурной археологии Средневековья, это попробовать определить специфическую природу израильских средств массовой информации на русском языке. Тут меня тоже интересовали бизнес-модели, которым издатели иногда следовали. Конечно, очень часто издания публикуются с помощью различных субсидий и существуют недолго, как вы знаете, но я пытался как-то разговаривать с людьми, которые в разных жанрах существуют достаточно длительный период времени, достаточно успешно. Эти бизнес-модели без субсидий меня интересовали. Я, может быть, сегодня 2-3 слова о них вам расскажу. И самое главное, это, конечно, сравнение израильских средств массовой информации на русском языке. Я говорю тут не только о печатных, но и электронных средствах массовой информации. Я говорил кое с кем с телевидения, с радио, и также вот это новое, относительно новое веяние, израильские новостные веб-сайты на русском языке, я тоже кое с кем поговорил из этой сферы, и пытаюсь позиционировать и сравнить то, чем отличаются израильские средства массовой информации на русском языке, вот с одной стороны российских средств массовой информации или других средств массовой информации на русском языке, как, например, в Америке, или же чем они отличаются от израильских средств массовой информации. Вот. И отдаленная задача, которую, конечно, сейчас очень трудно решить, поскольку я в самом начале пути, это попробовать реконструировать профиль русскоязычного сообщества в Израиле на основе средств массовой информации, которые для него производятся и потребляются. Ну вот, значит, на этом пути возникает целый ряд проблем. Прежде всего, со сбором информации. Значит, в каталоге Национальной библиотеки Израиля, которая находится на этом кампусе, в том, что касается печатных периодических изданий, там имеется примерно 260
ну, чуть больше, может быть, 260 позиций. Мы знаем, что это не полный список. И там еще такие специфические есть моменты, что многие, например, газеты выходят с большим количеством приложений, как вы знаете. Некоторые эти приложения отдельно описаны в каталоге, а некоторые не описаны вообще. Поэтому для того, чтобы узнать, что эти приложения существуют, а эти приложения иногда важнее самой газеты, потому что говорят читатели, с которыми я тоже беседовал, ну и я сам как читатель, я же тоже не просто на список публикаций смотрю, а я и просматриваю по мере возможности все это. Я вижу, что некоторые приложения очень важны и более интересны, чем сама газета, допустим, если это газета ежедневная. И часто люди говорят, что они покупают газету только ради приложений, чтиво, так сказать, в уикенд, а они покупают ее каждый день. И вдруг мы узнаем, что в каталоге этих приложений нет. Да? То есть это, конечно, в каком-то смысле проблема. Потом есть еще проблема такая, что некоторые издания собираются быть периодическими и объявляют о том, что они периодические, но прекращаются после первого номера. Они не выходят после этого. И значит, есть издание номер один, и все. Считать ли его периодически? Я не знаю. Для меня, значит, когда я увидел, что более 260 позиций, и это еще не все, да, в каталоге библиотеки, я подумал, может быть, все-таки лучше не считать такие издания периодическими, потому что их слишком много. Или, во всяком случае, нужно выделить их в особую группу. Если это, как бы, вопрос, который я хотел вынести на общее обсуждение и посоветоваться с вами. Если второго номера не было, значит ли это, что издание не периодическое? Так называемые эфемериды. Еще я уже говорил о том, что не все издания могут найти. Может быть, это временное явление, но, к сожалению, у меня временные рамки ограничены моего здесь пребывания, поэтому я не могу, значит, все время одну и ту же какую-то газету или журнал один и тот же заказывать и ждать, принесут, не принесут. Поэтому, если один раз отказ приходит, я уже дальше заказываю что-нибудь еще. В общем, к сожалению, сейчас статистика с Национальной библиотекой Израиля по тем изданиям, которые я хотел посмотреть, примерно 60% на 40. 60% приносят, 40% не могут найти. Я не знаю, с чем это связано. Это мой опыт на сегодняшний день, к сожалению. Интервью, которое я проводил с людьми. Тут, значит, во-первых, далеко не все сознаются, что они это читают, смотрят или слушают. А потом выясняется, что все-таки кое-что об этом знают. Ну, потому что невозможно жить в этой стране 20 или 40 лет и совсем оставаться вне периодических. Те, кто эти издания публикуют... Проблема в том, что их выпускают независимым образом. Например, как правило, издатели газет в этой стране на русском языке рассказывают, какой тираж у них, потому что они хотят больше рекламы для своих изданий. Конечно, они окупают эти газеты не за счет продажи в розницу, а в основном за счет рекламной продукции, за счет объявлений. И поэтому они не назовут точно тираж, они все время хотят притвориться, что он выше. И если какой-то человек мне говорит, что газета «Вести», единственная ежедневная газета, которая сейчас в Израиле осталась на русском языке, если газета «Вести» выходит тиражом в 20 тысяч экземпляров, я не могу проверить эту цифру, потому что формальных, так сказать, статистических данных на этот счет я не могу получить. Может быть, если вы знаете, где их раздобыть, я с благодарностью, опять-таки, выслушаю ваше предложение. Ну, обычно говорят, что чтобы издание оставалось на плаву, нужно, чтобы оно выходило 7-8-тысячным тиражом газетное издание в этой стране на русском языке. И якобы такой тираж сейчас у газеты «Новости недели».
которая раньше была ежедневной, теперь она стала еженедельной. Но как проверить эту информацию, я точно не знаю. В общем, еще одна проблема заключается в том, что журналистский мир на русском языке здесь не очень большой, поэтому если даже я буду приводить вам какие-то конкретные примеры из жизни, вам будет нетрудно догадаться, с кем я разговаривал. А эти люди просили, чтобы я не упоминал их фамилии. Так что вот тоже, значит, такая деталь немаловажная. Ну и, конечно, time constraints, то, что внизу написано, это просто о том, что 2 месяца абсолютно недостаточно для того, чтобы прийти к каким-то конкретным выводам, а только показалось мне, что я могу обозначить для себя фронт работы. Есть еще проблема, значит, с интерпретацией данных. Я говорил о том, что, значит, трудно независимым образом часто проверить информацию, которая поступает через интервью. Ну и, конечно, тот факт, что я только начал этим заниматься, и то, что я в Израиле не живу, это работает против меня, потому что, значит, меня легко ввести в заблуждение. Ну и у меня нет собственной точки зрения практически ни на что. Я только слушаю, читаю, киваю и, в общем, собираю информацию. Тем не менее, значит, о чем можно говорить? О хронологической классификации уже, наверное, можно говорить в самом широком смысле слова. Значит, если формально отсчитывать периодические публикации на русском языке от образования государства Израиль, то есть период первый, который, значит, с 40-х по 60-е годы приблизительно, можно обозначить. И в этот период, по-видимому, издания на русском языке, значит, в основном публиковались с участием выходцев из Харбина. Потом, когда начали приезжать люди непосредственно из Советского Союза, условно обозначим этот период с конца 60-х по конец 80-х годов, до большой алии, так сказать, таких изданий появилось больше, и этот период с чисто формальной точки зрения можно обозначить как тот, который доминировал, в котором доминировала газета «Наша страна», которая выходила на русском языке ежедневно с 1968 года. Может, это была не самая лучшая газета, тираж ее колебался, по моим сведениям, от, значит, ну, в общем, самое нижнее, скажем так, количество было до прибытия большой алии 800 экземпляров, да, это в конце 80-х годов. Вот. Хотя были периоды, когда тираж был и выше. Скажем, в 71-м году, когда приехала из Советского Союза алия за один только год 13 тысяч человек. Конечно, с современными цифрами это не сравнить, но все-таки это было достаточно большое количество народу. Тогда тираж этой газеты был выше. Ну и затем третий период связан, естественно, с прибытием большой алии, около 1 000 000 человек. Раньше журналы и газеты выходили, но скорее на такой индивидуальной основе, разве что они спонсировались Сахнутом, и тогда у них была какая-то более солидная финансовая база. Но их было не так много. Можно поговорить о жанрах этих публикаций чуть позже, когда я начну анализировать это с точки зрения жанра и с точки зрения издателя, да, потому что там классификация, как всегда, двойная получается. Вот. Но тут выделяются два дополнительных периода, тогда, когда практически каждый сегмент общества русскоговорящего за 20 лет, которые прошли с момента большой алии, более или менее получил свое средство массовой информации на русском языке. Это, конечно, уникальная ситуация, и именно это меня привлекает в данном случае, потому что, ну, русскоязычные сообщества говорящие, они существуют в разных
странах, в Германии, в Америке и так далее, и так далее. Но за пределы России, по-моему, только в Израиле есть такая ситуация, когда и у пенсионеров есть свои издания, и у, скажем, ветеранов войны отдельно есть издания. Значит, молодежь свои журналы. Есть журналы для изобретателей, для, ну, не знаю, в общем, журнал по профессиональной принадлежности тоже. И это не говоря о литературных журналах, о которых вы все хорошо знаете, и тонких журналах, и так называемых glossy magazines, когда многие газеты выпускают приложения специально для женщин, для мужчин, и туристические приложения, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это существует только в Израиле, это очень интересно изучать и наблюдать, именно потому что это как бы похоже на полностью функционирующее самодостаточное общество, например, Россия, где понятно, почему все эти издания возникли. Но, наверное, есть какие-то существенные отличия, и вот на них-то я и хотел бы сфокусироваться. Попробую в этом докладе тоже, но, конечно, и на будущее. Вот, и здесь выделяются два подпериода таких. До проникновения политических партий в Кнессет, которые, значит, были основаны на голосе большой алии, если можно так выразиться, и после их проникновения. Это повлияло, разумеется, на средства массовой информации и на читателей. Чтобы не очень вас утомлять, значит, следующие три слайда посвящены изданиям по жанру на русском языке. Потом, я, может быть, не буду характеризовать каждый из них по отдельности, вы можете сами прочитать здесь всякие, значит, заголовки, названия обозначены, в том контексте, о котором я говорил, что каждый сегмент и почти каждая возрастная группа получила свое издание. Многие из них я посмотрел девизу, некоторые из них я не смотрел, когда из-под заголовка ясно, что это такое, я уже на это времени старался не тратить. Ну, конечно, в будущем постараюсь посмотреть глазами, так сказать. И мы сейчас быстренько, с вашего позволения, пробежим по этим названиям, по этим заголовкам газет и журналов. И если какой-то вам неизвестен, пожалуйста, скажите мне, да, потому что мне тоже очень интересно, что читается людьми на русском языке. Может быть, ничего не читается, но может быть, вы о чем-то слышали, а о чем-то даже никогда не слышали. Вот. Значит, понятно, что «Новости недели» — это известное издание. А «Бабушка»? Хорошо, про «Бабушку» расскажу отдельно. Значит, были издания, которые циркулировали в большом количестве. «Фортуна», «Спутник», «Вести», «Вестник», «Взгляд». Это, наверное, многие из вас или знают. У многих из них, что очень интересно, были региональные варианты. Да? То есть «Вестник Юг», «Вестник Север». Интересно, что пишется даже не «Вестник Юга», и не «Вестник Севера», а «Вестник Север», да, то есть это почти как с дефисом посредине, только это невидимый дефис, да. Значит, потом приложение к этим журналам, которые по различным темам, разумеется. «Планета Спорт», это понятно. «Мастер М», мужской журнал, хотел бы посмотреть, но не видел еще. «Леди», это тоже понятно. Я не видел. А? Не знаю, есть ли он в национальной библиотеке. Есть, но не знаю, выдается ли он. Значит, «Шарм», понятно, да? «La Dolce Vita». Ну, очень часто из самих заголовков уже ясно, о чем эти издания. Потом были такие приложения, довольно интересные, интеллектуальные иногда, литературные, которые вот находятся в той категории, что они... Мы знаем, что они существуют. Мне о них рассказывали. В некоторых... Вот я даже публиковался когда-то. Потом, люди, которые здесь присутствуют, многие читали или слышали об этих приложениях. К сожалению, они не зафиксированы отдельно в каталоге Национальной библиотеки. А это такие важные издания, как «Бег времени», который потом стал называться «Знак времени», потом стал называться «Звенья», выходил в Тель-Авиве, «Пятница», «Беседер» и так далее. На этом слайде мы просто продолжаем
классификацию изданий по жанру. Есть так называемые независимые издания, то есть они как будто бы не принадлежат никаким газетам, никаким концернам. Вы, наверное, знаете, что газета «Вести», например, спонсируется концерном «Идиот Охранот» и так далее. Это, конечно, ей очень помогает жить. А когда-то, когда эта газета называлась «Время», она спонсировалась концерном «Маариф» и так далее. Но есть некоторые независимые, в основном это так называемая городская пресса. Кто-нибудь знает журнал или газету «Эйлатская неделя»? Расскажу тоже немножечко подробнее об этом. У меня вот есть, кстати, экземпляр с собой. Я вам сейчас я пущу по рядам. Раз это такой библиографический раритет, вот, пожалуйста. Только верните потом. Вот, значит, ну, здесь в «Эйлате» на самом деле как минимум два издания существуют. Городских «Сдероте мой город», «Наш Цфат», не знаю, что еще, в общем, их достаточно много. Практически каждый город, да, значит, публикует что-то такое на русском языке, особенно те города, где очень высокий процент жителей русскоговорящих, например, Нацрат Элит и так далее. Это не полный список, конечно, просто никаких слайдов не хватило бы на эти количества, это просто примеры. Есть периодические издания общего направления, не местные, они находятся в таком, как бы, или находились, потому что многие из них уже не существуют, находились в такой дистрибуции по всей стране. Некоторые из них здесь названы: «Панорама», «Новая панорама», журнал «Нес», который, кстати, мне не выдали в здешней библиотеке, но в библиотеке у Клары, в русской городской иерусалимской библиотеке, он стоит на полке, так что я с ним ознакомился там. Также дайджесты были и остаются чрезвычайно популярными. Они построены по тому принципу, что часть новостей берется из информационных агентств. Раньше это так было, сейчас с новостных веб-сайтов это берется. Значит, переводится из источников либо англоязычных, немецкоязычных, либо в основе своей, конечно, с иврита. И на русском языке, значит, это тоже представлено. В Израиле достаточно высокий процент. Это, что, конечно, сильно отличает израильскую... Специальные периодические издания, которые... о каких-то вопросах туризма рассказывают, о том, что есть на телевидении. «Человек и закон в Израиле» есть такой журнал, значит, естественно, посвящен юридическим вопросам. «Беседы» большинство из вас знает, это юмористический журнал, или лучше сказать, еженедельное приложение к различным газетам. «Балаган» — это независимый был журнал, тоже юмористический, больше не существует. «Беседа» тоже закрылся, к сожалению. «Кавалер» — это, видимо, какое-то порнографическое издание, о котором я встречал упоминания в прессе, но ни разу его не видел. И в Национальной библиотеке, в каталоге Национальной библиотеки его нет. И у Клары тоже нет. Microsoft угадал. Значит, есть такая достаточно длинная статья на английском языке, написанная несколькими израильтянами, где он так охарактеризован. Значит, они его видели. Но я, честно говоря, думаю, что hardcore porn в печатном виде в Израиле просто невозможен. Или, может быть, я ошибаюсь. Но вы мне потом поправите меня. Вот. Я понимаю, что это очень утомительно, извините, но такова как бы природа сегодняшнего моего сообщения. Что еще интересно? Есть издания из России, которые просто один в один перепечатываются здесь. Есть издания на английском языке, которые переводятся выборочно и тоже печатаются здесь на русском языке, как правило, в качестве приложения. Например, есть русскоязычная версия Jerusalem Post, которая выходит в качестве приложения к новости недели. Говорил я о различных возрастных группах. Пожалуйста, «Горизонты», «Вестник израильской молодежи и студентов», субсидировался Сахнутом, значит. «Еще не вечер», ежемесячник для пенсионеров. Вот. «Портрет», журнал для женщин. «Вундеркинд»,
для детей. Дети с бабушкой. Вот. И так далее. Ну и, конечно, это то, о чем гораздо более широко известно, журналы, которые моделируются либо по типу reviews, то, что в Британии когда-то называлось этим словом, они могут быть тонкие, они могут быть потолще, либо же они моделируются по принципу российских толстых журналов, так называемых, типа «Нового мира», ну, тогда они уж точно будут очень осязаемы, не тетрадочного типа, а скорее типа книжечки каждое издание. Ну и тут, опять-таки, представлены довольно известные издания, которые ну, иногда выходили не больше одного-двух номеров, и иногда существовали на протяжении значительного периода времени. Журналы, например, «Иерусалимский журнал», «Солнечное сплетение», «22», «Зеркало», ну и менее, может быть, известный «Кинор», который издавался в Батьяме, и я видел 4 номера. Его издавал такой Ефрем или Ефраим Баух, который потом стал председателем Русскоязычного союза писателей Израиля. Он всегда был. Но, по-моему, уже нет. Уже... Нет, по-моему, все еще. Дело в том, что функционер, он вечный функционер. Сейчас, по-моему, сегодня у меня Финкель из Ашкелона. Финкель это его секретарь. Хорошо, теперь два слова бально, прежде чем я перейду к бабушке и к Эйлатской неделе. Позвольте, значит, сказать о классификации по издателям. Значит, существуют субсидии муниципальные, наш Реховат, наш Иерусалим и так далее. Потом, значит, рекламные агентства тоже вкладывались в русскоязычную прессу, потому что иногда эти рекламные агентства не могли в одиночку потянуть такие издания, ну, значит, они ресурсы как бы объединяли. Например, в Нетании такие были Адам и Валерий, агентства, которые издавали «Известия Шарона». Был еще такой очень интересный вид спонсорства, который недолго просуществовал. Это когда Израиль переходил на спутниковое кабельное телевидение, его русскоязычные издания в погоне как бы за теми, кто подпишется на спутниковое кабельное телевидение, именно телевизионные компании стирали на русском языке некоторые периодические издания. Конечно, государственные организации тоже публиковали, кстати, очень любопытное издание, например, было Министерством обсорции, назывался этим Министерством обсорции какое-то довольно продолжительное время, журнал «Мозаика», в котором очень много статистики, касающейся большой алии. Это, конечно, важно для тех людей, которые, может быть, не владеют ивритом, да? И такие издания, как «Израиль сегодня», «Панорама Израиля», Ассоциация содействия еврейской культуре в СССР. В СССР во время издавала журнал «Авив». Были также периодические издания, либо спонсировавшиеся политическими движениями и партиями, либо просто издавались как информационный листок. Дело в том, что, по моим сведениям, в 1992 году вышел закон, который запрещал спонсирование периодических изданий политическими партиями. Но, конечно, у них право издавать собственные издания, открыто, так сказать, партии, издания, информационные листки и так далее. Например, очень интересная газета, или лучше сказать, информационный листок «Болет», да, который публиковался на русском языке, где частично это просто партийная пропаганда, а частично это письма читателей, как правило, антиарабской направленности, значит, на русском языке, которые говорят, да, вот значит, мы должны бороться демографическими методами за то, чтобы евреев было больше и так далее. Ну, довольно любопытное такое в своем роде издание. Таких изданий, как правило, уже почти нет больше. Моледет прекратила, насколько я знаю, существование как минимум в 99 году. Но мапамское издание «Мы», Херут издавал журнал «Дома», Ликут издавал газету «Неделя». Вот эти издания больше не существуют. Банки спонсировали что-то. Значит, хотел посмотреть на издание «Надежда», еженедельник банка «Дисконт», не принесли, тоже вроде бы имеется здесь на кампусе, мне не смогли его найти. Что еще имеется? Издатели «Амуты», да, то есть
как бы это назвать, благотворительной организацией, что ли, по-русски, если можно так выразить, общественной организацией. Вот они издавали такие журналы, как «Время искать», «Вечерний Иерусалим». В скобках вы видите значит, то, что, то, как эти организации назывались. Религиозные и образовательные организации тоже издавали свои периодические издания на русском языке. «Дворим», «Обозрение», «Возвращение», «Вестник религиозной еврейской культуры». Извините, это я в скобках поставил «религиозный», да, для самого себя, чтобы было понятно, о какой еврейской культуре идет речь. Это именно религиозное издание. И вот любопытное издание «Новости Шуву». Это такие школы частные, которые спонсируются частично, по-моему, американским еврейством. В основном они предназначены для детей бывших репатриантов из бывшего Советского Союза. Вот. Что интересно, что касается новостей Шуву, там нет года издания, только номера, там нет адреса редакции, там нет фамилии редактора, нет никаких контактных, значит, вообще деталей, то есть невозможно найти, кто это издавал. Все Богу духовновенно. Но там очень много интересного материала, например, интервью с русскоговорящими министрами, теми, кто работает в Кнессете, значит, и они говорят о своей озабоченности израильской системой образования вообще, не только на русском языке, а вообще. То есть там довольно материал интересный, но очень как бы трудно человеку, который всю жизнь работает с печатными материалами, увидеть издание, в котором нет ничего, кроме номера издания. Да? Вот я видел, например, номер 6. Я надеюсь, что было 5 предыдущих номеров, и что, может быть, были еще какие-то последующие. Но это отступление в скобках, просто чтобы дать вам почувствовать специфику этих изданий. Часто, кстати, религиозные издания выходят тоже анонимно. То есть указывается организация, которая их издает, но нет никаких данных о редакции. Вот. А очень часто даже и эта организация не указывается, а просто, например, какой-то конкретный раввин там постоянно цитируется, и из этого можно какие-то выводы сделать, значит, кем издается то или иное издание. Неважно. Это, кстати, очень интересно, потому что религиозные издания, еврейские издания на русском языке, это, конечно, совершенно особенная вещь, которая в других странах очень мало или почти не представлена. Вот, профессиональные издания писатели публикуют, ученые, например, есть «Вестник дома ученых» в Хайфе, есть газеты бизнесменов или для бизнесменов, или журналы «Деловой Израиль», «Деловой мир», «Вестник деловой информации», газета для предпринимателей «Глобус». Было несколько изданий, которые выходило под названием «Глобус», вот это специфически для деловых людей. Вот. Ну и, конечно, существует достаточно большое количество периодических, или существовало большое количество периодических изданий для землячеств, скажем так. Все вы, конечно, или большинство из вас знают, конечно, о бюллетене «Игуд Йоцей Син», который выходил с 1954 года. В Тель-Авиве это вот те самые выходцы из Харбина, с которых я начал сегодняшнее свое сообщение. Есть еще для всех евреев на русском языке, называется «Факел». Есть «Мирворы», который, это «Альманах», два номера, он частично выходит на языке «Тат». Но там есть татском языке. Там есть и на русском кое-какие публикации, на иврите есть публикации, но издают его таты, это совершенно, совершенно точно, потому что они об этом честно сознаются на первой странице первого номера. И, конечно, мы должны упомянуть электронные средства массовой информации, радио, то, что здесь написано FM1, это на самом деле так называемое первое радио. Да? Это я просто сокращенно записал, значит, первое радио. Ну, есть «Коль Исраэль Рэха», примерно одно и то же, просто разные стадии существования редакции вещания на русском языке, вот радиовещания. Это полностью на государственной субсидии редакция находится. А первое радио – это частный канал, который вещает, по-моему, 12 часов в день. Работает в основном на центральном израильском. Есть ли телевизионный канал «Девятка», так называемая? Ну, это обычный традиционный канал, а есть еще кабельный канал, который называется «Радуга».
о них тоже можно будет немножечко поговорить, если хватит времени. Есть также ряд веб-сайтов, я здесь назвал, может быть, самые известные, но их гораздо больше на самом деле. Ну вот, значит, поговорим немножечко, с вашего позволения, о бабушке, о Элладской неделе, о радио, телевидении и о веб-сайтах сегодня. Ладно? Бабушка. Выходила, может быть, и до сих пор выходит, но то, что есть здесь, в Национальной библиотеке Израиля, с 2003 по 2008 год в Маалоте. Тем не менее, называлась «Всеизраильская газета «Целительница». «Всеизраильская газета «Целительница». Что-то такое. На 90% эта газета состоит из народных рецептов, как лечить ту или иную болезнь. От ожогов и каких-то воспалений до рака. Рак лечится керосином, согласно этой газете. Пишут сами читатели, газету составляют сами читатели. Они пишут, вот моя бабушка то-то рекомендовала, и это всегда помогало. А вот мой дедушка это рекомендовал от этой болезни, и это помогало. Причем, в большей части объявления подписаны именами и адресами украинскими, да? И они иногда даже просто на украинском языке. Это издание начало выходить в 2000 года и мгновенно стало очень популярным. Какой удобно работает. Спрашивается, почему Украина? Исследования показали, что в Украине зарегистрирована была в 2000 году вот эта газета «Бабушка», которая называется «Скорая помощь в печатной форме». Вот. И, в 2000 году она была зарегистрирована, тоже существует до сих пор. В 2004 году открылся сайт, редакция зарегистрирована в Кировограде. Сайт большой, популярный. В 2008 году она получила, эта газета, какую-то украинскую медаль «Профессионал отрасли». В 2010 году в Украине эта же газета, всеукраинская газета «Целительница», получила знак качества от какой-то украинской организации по защите прав потребителей. Вот. И да, мне просто интересно, какое отношение израильский вариант газеты имел к Украине. Ясно, какой-то, надеюсь, что это не было пиратство. Но я написал в редакцию украинской газеты «Бабушка». Расскажите мне, пожалуйста, что там с Израилем? Ответа пока нет. Посмотрим. Значит, это любопытно. Но есть и чисто израильские компоненты, да? Казалось бы, думаешь, кто это читает и кто в это верит. Но, пожалуйста, помещено письмо в одном из номеров дамы из города Тверия, которая пишет, что по прибытии в Израиль новая репатриантка, она была диагностирована с ревматическим артритом. Вот, и она, в общем-то, официально признана инвалидом. Но она считает, что это никакой не ревматический артрит, а просто ее кто-то сглазил. И она помещает фотографию свою в этой газете, с тем, чтобы кто-то, вот, кто умеет снимать порчу по фотографии, помог ей. И там есть ее имя, и данные, и так далее. То есть судя по всему, в Израиле тоже есть достаточно широкий слой населения, который читает эту газету и воспринимает ее всерьез. Но по некоторым данным видно, что рассчитано на семейное чтение, что, значит, это в стихах частично газета печатается, и значит, там какой-то старенький дедушка просит, хороша газета «Бабушка», значит, и говорит своей внучке, ты читай погромче, лапушка, и так далее. Ну, в общем, для семейного чтения. Хотя ясно, это рассчитано на людей примерно от 50 старше, когда начинаются проблемы со здоровьем. И кроме того, конечно, репатрианты из бывшего Советского Союза, может быть, не самая обеспеченная часть населения. Стало быть, пользуясь такими народными средствами, они, может, не будут так много платить врачам, если им это необходимо. Ну, не знаю, это, если моя интерпретация неправильная, я буду, это предварительная интерпретация, это, так сказать, то, о чем я могу судить, посмотрев на номера газеты «Бабушка» за 2003 год. Потому что я не просматривал их до 2008, может быть, там что-то изменилось. Если у вас по этому поводу есть какие-то соображения, я буду вам благодарен.
Элладская неделя. Значит, это совсем другой тип издания. Значит, первый, безусловно, коммерчески выгодный, но там, видимо, какие-то были финансовые взаимоотношения с украинским основным изданием. А «Элладская неделя» — это нечто совсем иное. Это городское издание, которое независимое и существует на рекламу. Те из вас, кто посмотрели на этот журнал, вы видите, что рекламы там 75%. Издание 24-страничное. Значит, выходит раз в две недели. Значит, журналисты, которые его создают, они раз в две недели должны написать 6 страниц. При этом это издание обеспечивает работой и безбедным существованием 3 человек. Да? Значит, это муж и жена редакторы и человек, который собирает рекламу. Вот. Оно существует с 97 года. Оно раньше выходило под другим названием. Раньше оно называлось «Новая русская газета». И просто они изменили формат. Дело в том, что у них раньше был газетный формат. Его можно было печатать только в Иерусалиме. Они перешли на журнальный формат, вот на этот, который вы видели. Это можно печатать прямо в Эйлате. Они снимают помещение прямо в редакции. Редакция прямо в типографии, которая с ними связана договорами. Если что, у них гораздо больше контроля. Кроме того, они сказали мне, что для израильского рекламодателя такой формат двухнедельный гораздо более привычен, чем газетный формат. То есть больших размеров, больших размеров. Поэтому они более охотно дают рекламу. Этот журнал интересен тем, точнее газета, да, это все-таки называется городская газета, хотя выходит раз в две недели, он интересен тем, что он рассчитан не только на тех, кто живет в Эйлате, русскоговорящих, это не обязательно репатрианты бывшие, да, это могут быть какие-то богатые люди, русскоговорящие из стран бывшего Советского Союза, которые в Эйлате купили какие-то дома или квартиры, таких достаточно много. Кроме того, как вы знаете, в Эйлате много и становится все больше русскоговорящих туристов, которые в основном сейчас стали приезжать большое количество по случаю отмены виз с Украиной, например, и с Россией и так далее. Вот. Поэтому это такое, что ли, гибридное издание, то есть оно не все, не целиком рассчитано на жителей Израиля. И вообще, рассказывал мне, значит, редактор этого издания, что в свое время, когда было много хороших как бы, ожиданий, оптимистических ожиданий, связанных с договорами в Осло, планировался некий мост, который бы соединял Иорданию, Египет и Израиль. И на этом мосту были всякие развлекательные учреждения и магазины. И вот это издание, которое тогда называлось «Новая русская газета» в Эйлате, оно как бы хотело использовать вот эту возможность для того, чтобы для туристов на русском языке печататься и распространяться. Но это не получилось. Но тем не менее, все равно это издание существует, и они живут очень неплохо. Что интересно, оно бесплатное. Понимаете, вот мы говорили о бабушке, что она возросла там в 2003 году, стала продаваться, начала с 3 шекелей за номер, стала продаваться по 6 шекелей за номер и так далее. Это издание бесплатно. Более того, рекламодатели сегодня не хотят работать с платными изданиями. Не так охотно идут на то, чтобы отдать рекламу платные издания, потому что они понимают, что если у человека будет выбор купить за шекель, даже если, или взять бесплатно, то он скорее не купит, если эта цена, значит, будет выдана на издание. Соответственно, он не увидит ту рекламу, которая в нем размещена. Значит, для бесплатно... And as far as I understand, what you hear today, it could be more or less your preliminary results of your research, or some methodological considerations. And you explain better than me. And this question is, what is our language policy here? Will be declared the talk to be delivered in English, but in a case like that, like that, yeah, that everybody, I think,
здесь родились или приехали маленькими, чтобы они русский язык не забыли. Там есть такая, значит, ну, условно называемая воскресная школа, то, что по-русски называется воскресная школа. Вот там распространяется эта газета, ну, в 70 точках по городу, тиражом 3000 экземпляров, и все расходится. Так что, значит, с распространением проблем нет, но редактор говорит, что он не хочет увеличивать тираж, во многих точках просят это увеличить, он не хочет увеличивать тираж, потому что ему тогда невыгодно. Там начинается уже с налогами что-то. И некоторые приезжают отдыхать с севера в Эйлат и говорят ему, о, увидев это издание, хорошо бы нам в Ашкелоне такое, да, или, ну, не знаю, там, в Цфате или что-нибудь. Ну, он расширяться не хочет. Мне кажется, это очень комфортабельное существование. 6 страниц за 2 недели, и семья сыта, да, и еще и работник, значит, наемный кормится с этого. Так что зачем писать 6 страниц в день, когда можно писать 6 страниц в 2 недели? Ну, в общем, безусловно, удачный формат с бизнес-точки зрения, с деловой точки зрения. И что еще очень важно, по-видимому, за такими изданиями будущего. Потому что ежедневные газеты, еженедельные газеты постепенно будут уступать поле деятельности, информационное поле деятельности будут уступать веб-сайтам. А городские издания вот в такой форме, особенно бесплатные городские издания, будут, видимо, продолжать существовать. Ну, потому что, живя в этом городе, ты не полезешь на веб-сайт узнавать, что сегодня продают в соседнем магазине, да? Или в магазине через квартал. А вот здесь тебе все расскажут. Так что, да, я спросил, и я этот вопрос задавал многим, почему не бывает, как правило, веб-сайтов у периодических изданий, у русскоязычных периодических изданий в Израиле, это специфическая такая тоже черта, почти нет веб-сайтов параллельно с изданием, тогда как, условно говоря, на Западе практически все периодические издания выходят в двух вариантах. Но, видно, это то, что очень часто основным потребителем изданий на русском языке являются люди старшего поколения, которые либо не очень дружат с компьютером, либо дружат с компьютером, но не читают на нем новости. Новости они получают в другом формате. Вот, поэтому нет смысла заводить для них веб-сайт. Тем более, если это веб-сайт, он, как правило, требует регулярного обновления, может быть, ежедневного. И, естественно, больше затраты труда, хотя он может быть дешевле, но работы с ним больше. Вот. И для него, как бы, его читатели — это в основном молодежь, читатели таких веб-сайтов — это в основном молодежь, вот, которая, ну, ивритоязычная, если что нужно, то они, в общем-то, узнают на иврите или по-английски. Тем не менее, существует целый ряд новостных сайтов на русском языке, которые с большим успехом выходят, не скажу издаются, но которые можно читать на компьютере в Израиле. Ну и в других местах, конечно. Зачем они? Я разговаривал с одним человеком, который работает в одном из этих новостных сайтов. Это молодой человек, ему около 30, в Израиль приехал ребенком. Он говорит, что у него иврит даже лучше, чем русский, хотя в телефонном разговоре я не почувствовал абсолютно никаких изъянов в его русском языке. И не видел никаких лингвистических изъянов в языке на веб-сайте, который я читал, там, где он работает. Он говорит, что такого типа веб-сайты, то есть курсор, Newsroom, он немножечко другой, вот, это издание, там количество кликов, так называемых, или ударов ежедневное, колеблется от 30-40 тысяч в день. Если что-то произошло, там количество ударов может быть до 70-80 тысяч в день. Newsroom просто спонсируется концерном Гусинского, поэтому у них немножко другая ситуация. А вот веб-сайт такой поменьше, что ли, он независимый,
И они живут на рекламу. Так вот, реклама дается другими израильскими рекламодателями, не теми, что работают с людьми постарше, а наоборот, с теми, что работают с людьми помоложе. Потому что 30-40 тысяч ударов в день – это, конечно, существенная цифра. Если сравнить с тиражами, которые издают газеты, если мы примем, например, 20 тысяч ежедневный тираж газеты «Вести» за факт, неоспоримый факт, то это уже в два раза меньше, чем количество разовых уникальных ударов. Они считают только юники, так называемые. Да? То есть, если с одного и того же компьютера в течение одного и того же дня поступило несколько кликов, то считается только один из них. При том, что газетные тиражи, там не очень понятно, эти читатели, все ли раскупили, не все ли они раскупили, купил газету и, может, не прочитал, такой момент тоже бывает. А уж сверху точно. То это ты действительно что-то на экране посмотрел, увидел, это реально. И, конечно, молодые люди более такие, что ли, обеспеченные, у них покупательная способность выше, поэтому рекламодатели с ними работают охотнее. И сейчас, если бы какая-то газета новая начала бы выходить, то, скорее всего, ее мог проспонсировать такой веб, а не надо. Но зачем же, спрашивается, молодежи, которая все может прекрасно читать на иврите, нужны такие сайты? Оказывается, существует специально такой сегмент молодежи, которая интересуется жизнью русской общины, просто потому что они составляют ее значительную часть. Они не отделяются от этой общины, они в хороших отношениях с родителями, что называется. То есть они не отказываются, условно говоря, в кавычках, от родителей только потому, что те не освоили иврита, например. Да? Ну и это касается очень часто гуманитариев, тех, кто, например, хранит, просто пытается что-то сделать в журналистике, в любой гуманитарной, то есть за пределами хай-тека. Им важно знать на русском языке, чем община живет. Есть определенная эксклюзивная информация, которую время от времени, благодаря своим связям, такие новостные сайты получают. Это связано с русскоговорящими министрами и, соответственно, министерствами, которые они возглавляли, с отношениями Израиля с странами Советского Союза, со странами СНГ. Конечно, там значительную роль играет информация о звездах. Но это везде так, вне зависимости от того, еврейского ли происхождения эти звезды, не еврейского ли, просто звезды, знаменитые лица, биографии по всему миру, или внутри Израиля тоже, или из России и так далее. То есть об этом тоже читают на русском языке. Вот. Но в основном это молодежь, которая, может быть, не полностью удовлетворена своим сегодняшним положением в израильском обществе, так, по крайней мере, мне говорили, и они на этих сайтах ищут информацию, которую в ивритоязычных изданиях не найти, потому что ивритоязычные издания это, как правило, не интересует. Так мне было сказано. Теперь поговорим немножечко о телеканале. Извините, я спрашиваю, как вы думаете, сколько времени вообще? Остался только телеканал и радио, и, в общем-то, могу... Если хотите, могу остановиться даже сейчас. Просто... Закончите просто. Да? Чтобы вы успели обсудить потом. Коротко. Всегда, когда речь заходит о телеканале, это какой-то объединяющий момент. Телеканал тоже, разумеется, нужен для того, чтобы русскоговорящие израильское население получило свой голос. И оно финансируется частным образом, израильское телевидение. И всегда возникает вопрос о рейтинге. Кто его смотрит, когда, что именно смотрится и так далее. Все ли это знают? Может быть, я об этом не должен говорить. Например, все ли знают, как считается в Израиле телевизионный рейтинг? В Израиле существует 400 телевизоров, к которым присоединены специальные датчики. По пропорции населения 80 телевизоров из этих 400 установлены в русскоговорящих семьях. И эти датчики считывают информацию о том, что конкретная семья смотрит по телевизору в данный конкретный момент. Конечно, эти русскоговорящие семьи тоже могут смотреть и ивритоязычные передачи. Так что все это учитывается, этот общий рейтинг. Кроме того, есть определенный выбор каналов, которые уже существуют на русском языке в России, например, канал Первый, то есть бывший Останкино, РТР Планета.
Есть кабельные каналы YES и HOT, которые либо с субтитрами на русском языке передают, либо там, как это называется, voice-over, с дубляжом на русском языке. Ну и, конечно, эти семьи, хотя, значит, может быть, они предпочитают смотреть телевидение по-русски. Вообще, в Израиле телевидение связано с концепцией отдыха. Вот они на работе на иврите, может быть, говорили целый день, но они хотят прийти домой и посмотреть телевидение именно по-русски, чтобы расслабиться. Такая информация мне поступает. Да? Кроме того, если это на английском языке, предположим, какой-то фильм с ивритскими субтитрами, не все читают быстро, достаточно быстро, чтобы и не понимают, например, английский или немецкий, или там испанский, какой угодно, на каком угодно языке, да, значит, они не могут на иврите так быстро читать субтитры, и поэтому этот же фильм они бы, или другой фильм на русском языке они бы посмотрели с русскими субтитрами. То есть выбор есть. И при этой ситуации самые рейтинговые программы новостные получают до 14-15% на русском канале на девятке, и развлекательные программы получают до 22%, что на самом деле достаточно высокий рейтинг, при том, что 7.40, конечно, самая рейтинговая программа, она двуязычная, она идет одновременно и на русском языке, и на иврите, и когда иврит язычный, человек говорит, и просто тут же появляются субтитры, его переводят, ну а ему в ухо переводят, значит, синхронисты прямо в студию, или ей в ухо, так сказать. Ну, в зависимости от того, какого пола человек участвует в передаче. То есть, такие передачи иногда смотрят и люди в Израиле, которые русского языка не знают. То есть, это достаточно серьезная цифра, и телевидение пользуется влиянием большим, но, значит, рекламный рынок маленький, кризис не так давно состоящийся во всем мире, отразился на том, что этот рекламный рынок сужается. И по некоторым сведениям, в данный момент девятка находится в долгу на как минимум 10 миллионов шекелей, а может быть и больше. Вот этот языковой принцип, что некоторые программы, многие, должны быть двуязычными, ивритоязычными и русскоязычными, это тоже очень интересно, но с этим трудно работать. Вы видите, что если передача идет в живой эфир, если там не было предзаписи, то этот синхронный перевод существенно замедляет реакцию, ну, если это вопрос-ответ, если это дебаты какие-то, и вот существует, в студии присутствует несколько человек, 3-4 русскоговорящие из них, там, с одним русским языком, может быть, 2-3, один ивритоговорящий, сразу динамика, к сожалению, замедляется, это чувствуется. Ну, может быть, я не хочу сказать, что это плохо, но это вот такая интересная реальность, которая, как правило, отсутствует на других телевизионных станциях, которые иногда приходится по долгу службы смотреть. Вот. Здесь также статистика проведена, что 5-6% от общего рынка рекламы, но ее становится все меньше. Поэтому все больше появляется русскоязычных сериалов на девятке, все меньше оригинальных программ. В свое время они даже сняли свой собственный сериал, российско-израильский, копродукция с НТВ, который назывался «Под небом Вероны». Кто-нибудь видел? Ага. А «Радуга», это кабельный канал, в прошлом или позапрошлом году снял очень интересный сериал, который называется «Между строк». Это про русскоязычную редакцию израильской газеты. И какой там, какая длинная опера происходит. 50 серий получасовых. Вот там деньги почему-то есть. С людьми с Карлов я еще не разговаривал, поэтому я точно знаю, откуда это там. Вот. Ну, в общем, надеюсь, что еще удастся поговорить. Так, и о радио. Ну, в смысле, я уже по ходу, что кроме рэки еще стоит вот этот, так называемое, первое радио, частное, то есть коммерческое, и больше него. Проблема в том, что в Израиле очень трудно учить частоту для вещания. Страна, эти частоты делятся даже с соседними странами иногда, армия получает достаточно много частот для своих целей, полиция и так далее. Ну, кроме того, существует конкуренция внутри радиостанции, поэтому специальная комиссия выдает эти частоты, и не так просто получить. В частности,
первое радио получило частоту в 2002 году, то есть 10 лет спустя после образования РЭКи, в 2002 году появился радио, отчасти потому, что они себя позиционировали как региональное радио, то есть только на центральный район Израиля, а отчасти потому, что за ними стоял определенный радиовещатель, у которого была своя запасная частота. И он хотел работать с русскоговорящими, чтобы, в общем, таким образом расширить коммерцию. И это удалось. Значит, как говорят, это ситуация 2008 года. Рекламы на первом радио столько, что ее время от времени отказываются. То есть вот радио живет очень хорошо, но из-за того, что ограниченное количество частот, новые радиостанции не открываются. Но говорят, что за ними будущее. Сейчас вот цифровое радио может, будет развиваться, им частоты не нужны, потому что технология другая. И таким образом, вполне вероятно, и такой небольшой попытаться сделать прогноз на будущее и почти уже этим завершить. Можно, наверное, говорить о том, что городские бесплатные, останется цифровое радио в частной сфере, если не будет это подпитываться какими-то субсидиями, и останутся веб-сайты вот, в русском языке. Вот это, скорее всего, может быть, даже не столь отдаленное будущее средств массовой информации на русском языке в Израиле. Ну, а чем оно отличается, это уже самое последнее, да, чем оно отличается от других средств массовой информации? Понятно, что здесь будет специфика чисто еврейская, еврейская история, еврейская культура, религия, еврейская диаспора в разных странах, то есть в СНГ в том числе, ну и в Америке, например, и в Германии, там, где живет значительное количество еврейского русскоговорящего населения. Очень мало, в всяком случае, насколько я мог увидеть, интереса к так называемой высокой культуре. Если вы будете регулярно просматривать русскоязычные издания, печатные периодически в Израиле, вы увидите, что там почти нет рецензий на концерты, почти нет рецензий на спектакли, в общепринятом смысле. Там есть анонсы, это на этой неделе состоится, там будет вот это. Но очень относительно немного таких глубоких аналитических рецензий. Это связано еще и с тем, что люди, может быть, не так очень неохотно критикуют своих коллег. Ну, бывали случаи, когда кто-то напишет критическую рецензию, а ему потом бесплатный билет в театр не выдают. И так далее. То есть с этим осторожно пытаются. Это тоже специфическая черта, конечно, журналистики. Не так много интереса к России. Во всяком случае, в этом десятилетии российские, чисто российские дела, которые связаны с российскими делами, не являются тем, что людям интересно. 15-20 лет тому назад, когда большая приехала и, что называется, пуповина еще не была перерезана, тогда о России и о бывших странах Советского Союза потом читали больше. Просто родственники, там, друзья оставались и прочее. Сейчас на этом уже сделается гораздо меньший акцент. Тоже, как можно легко предсказать, израильскую русскоязычную прессу здесь в гораздо большей степени интересуют соседи арабы, да, по понятным причинам. Это, конечно, черта израильской прессы в целом. В другой русскоязычной прессе или российской прессе средств информации вы не найдете такого количества информации о арабском мире и о мусульманской религии. Конечно, здесь очень большой процент мест публикаций продолжают занимать практические шаги, связанные с процессом абсорбции. Кому что положено, куда пойти, на кого пожаловаться, каким образом. И часто бывает такое ощущение, что в своих, например, читательских письмах просто люди выплескивают свои негативные эмоции. В этом смысле русскоязычная пресса в Израиле, она функционирует как своего рода такой клапан для выхода негативных эмоций. В этом смысле она носит большую пользу, потому что вот написал письмо в газету, и уже лучше себя чувствует. Ситуация не улучшилась, но на самочувствие улучшилось. Вот в этом смысле, конечно, таких писем очень много, потому что, разумеется, особенно поначалу, когда
людям было тяжело устраиваться, возможности были очень ограничены, а тогда таких вакансий было очень много. Ну, последнее, о чем хотел бы сказать, к тому же месяцу. Могут ненадолго разнообразные издания, которые в других странах, где есть русскоговорящие общины, просто невозможно себе представить. Значит, языка очень важен. Конечно, пуристы скажут, это засорение русского языка ивритоязычными словами, но ведь это такой языковой регистр, который, конечно, тоже уникален по-своему. И вот в этом сериале «Между строк», знаете, это на самом деле не такой уж плохой сериал, он достаточно любопытный. Он, конечно, не очень реалистичен, в том смысле, что это выдуманные персонажи в этой газете. Газеты такие не бывают, потому что у них нет столько средств. Там шикарные большие помещения с какой-то замечательной обстановкой, бело-золотой какой-то, красной кожей. Они каждый день ходят в ресторан обедать, да? Но откуда у русскоязычного израильского журналиста деньги на ресторан работать, да? Значит, ну, пьют на работе. Вот тут все согласны, что это реалистический момент, да? А вот все остальное будет не очень. Но не важно. Важно то, что язык, на котором они говорят, он уснащен обильно ивритскими словами. Причем и у старшего поколения, и у более молодого поколения, потому что там несколько поколений сразу в этом сериале, естественно, семьи, там про семьи рассказывается. Вот. И сериал-то теоретически можно было бы продать, по-моему, в России бы с большим интересом смотрели, но из-за того, что этих одного-двух слов ивритских в каждом втором-третьем предложении так много, и русская, ну скажем, россияне, да, он просто не поймет, потому что они не переводятся. Вот люди, живущие здесь, они все прекрасно понимают, да, а россиянин-то не поймет. Из-за этого, мне кажется, отражая в этом отношении правду жизни, этот сериал вот таким образом получается ограничен в его дальнейшем коммерческом, потенциальном коммерческом восстановлении. Ну хорошо, выводов нет, потому что я и так вас утомил, я говорил, наверное, больше часа. Извините, пожалуйста, какие ж тут выводы, когда работа только начата, но с большим интересом и с благодарностью выслушаю ваши советы и замечания. Большое спасибо. Спасибо, Андрей, за очень интересный отчет о вашей работе. У меня будет пара вопросов. Когда вы говорите о будущем русскоязычных масс-медиа в Израиле, какие форматы выживут, какие нет, и какие бывают виды форматов, мне кажется, то, что отсутствует, вот все то, что вы говорили, это та тенденция, которая, собственно, имеет выражение уже практическое в определенных жанрах, в определенных изданиях, глобализации вот этой русскоязычной коммуникации, да, то есть не ограниченная на Израиль, Германию, Америку, Россию, а некие проекты, которые на самом деле включают в себя все эти компоненты, и они все в них отражены, да. Здесь, можно, вот вы не упомянули, например, проект, не упомянули, я пропустил Кусинского, да, RTVI, да, у которого есть редакция израильская, американская, немецкая тоже здесь. Немецкая есть, немецкая, российская, разумеется. Мне кажется, это самый влиятельный русскоязычный канал для Израиля. Так мне кажется. Как бы у вас совершенно не был упомянут. То есть понятно, что он не чисто израильский, с одной стороны, но с другой стороны, там есть израильская редакция, есть израильские журналисты, живущие постоянно. Она сокращена до минимума, честно. Да. Да. Но тем не менее, это заметное явление, и по-моему, и по качеству тоже не трудно судить, достаточно качественная, по-моему, выше качества, чем 9 канал. Не знаю. Можно сразу ответить или лучше второй вопрос подождать? Можно сразу ответить или лучше? Конечно. В двух словах. Я упомянул Гусинского, но не в связи с его телевизионной деятельностью, а в связи с сайтом News.ru, потому что это как раз сайт Гусинского, и он является лидирующим на данный момент израильским русскоязычным сайтом. Именно в силу того, что он подпитывается концем Гусинского. Что касается RTVI, к сожалению, я не могу рассматривать этот канал с чисто формальной точки зрения как израильского. У них, конечно, есть израильская редакция, но в основном это канал, который не зарегистрирован в Израиле. Значит. Более того, в свое время, не так давно, была борьба за рекламное пространство, и с помощью лобби девятки в Кнессете был проведен закон, что иностранным
каналам, которые вещают на Израиль, запрещается показ израильской рекламы. И это был прежде всего удар по Гусинскому. То есть, с точки зрения закона, этот канал не считается израильским. Их лишили израильской рекламы, но теперь Гусинский хочет как бы, ну, не скажу отомстить, да, но это просто борьба конкурентов. Сейчас что происходит? Происходит переход на цифровое вещание на телевидении тоже. И Гусинский говорит, что та лицензия, которая ежегодно продлевается к каналу номер 9, она уже не действительно, ее нельзя продлевать автоматически больше, потому что там не прописано в документах на регистрацию цифровое вещание. Нужно заново объявлять тендер. И тогда Гусинский надеется, что он этот тендер получит. И тогда он может стать израильским каналом. Но пока что он таковым не является. Хотя, конечно, у них есть своя редакция, но их доходы, они получают какой-то доход за счет израильских подписчиков на этот канал. Но это все. Не устроивается письменной копией по существу тех материалов, которые есть на телевизионном канале. Да, конечно. Но все-таки это все-таки израильский портал, потому что там есть расширение .co.il, да? newsru.co.il, в отличие от newsru, который есть на Украине, в отличие от newsru, который есть в России и так далее. Вот, поэтому данный носитель информации можно считать, данный вид можно считать израильским. А сам канал RTVI, к сожалению, нельзя. Ну, если представить культурные процессы, то, в общем, эти формальные вопросы, кто где зарегистрирован, мне кажется, менее важны. То, что этот канал участвует в каких-то культурных процессах, какой-то интеракции. Политических процессах, в том числе и политических. То есть, мне кажется, что то, где он зарегистрирован, для вашего исследования, не так уж важно, если вы занимаетесь не каким-то формальным исследованием культуры, здесь, в общем, Я могу с вами только согласиться, но поймите же и меня, потому что у меня было всего 2 месяца. Вот, я, может быть, подсознательно хотел ограничить себе поле деятельности. С этим связано и то, считать ли эфемериды периодика или не считать, да? То есть... И, по-моему, подобного рода должны быть и интернетные проекты, да? Например, русский проект «Букник», да, который как бы русский проект, с одной стороны, а с другой стороны, это мощная израильская составляющая и множество авторов Израиля. Кстати, еще один пример такого как бы глобального русскоязычного проекта, где Израиль заметно представлен, это я приятно это знаю, я уверен, что есть много такого еще, с чем я не знаком. Когда вы говорили о специфических чертах израильской прессы, мне кажется, что вы не упомянули бросающуюся в глаза черту, то, что это такая... журналистика вторичной информации в основном, да? И вы это упомянули, что у нее нет журналистского расследования, как правило, нет журналистского репортажа, она питается историческим источником. Мне кажется, что первое. Я, может быть, не успел вслух это сказать, но да. Я не читал, я только слушал. У них денег на это нет. Журналистское расследование занимает очень много усилий. И последний пара буквально пара мелочей, совсем таких мелочей. Вы пользуетесь еврейским термином «мутал», у которого, по-моему, есть прекрасный англоязычный вариант, это Non-Profitable Association, по-моему, называется. NGO. Да, это как бы, да, нет необходимости, мне кажется. Так, по-английски-то я бы сказал NGO, а по-русски есть такое? А по-русски есть такое? Non-Government Organization, не государственное. Не государственное? Хорошо. И в одном из ваших слайдов у вас шло перечисление, там одна газета поддерживается Ликудом, а другая газета поддерживается Херутом. Я не очень помню. Там был Херут, извините, прошу прощения. Там был Херут. Да, газета Дома. Газета Дома. Было написано, что поддерживается Херутом, это его какая-то иска. Это старая газета. Была неделя, неделя в Израиле, она поддерживается. Когда еще Херут формально. Это издание я видел «Девизу», там стоит «Херут» на первой странице. Да. Я думаю, что на этом я ограничусь. Тут есть два редактора, это самое издание, здесь присутствует среди нас. Я думаю, что им надо дать слово. Безусловно. Да нет, я участвовал в эфемерных, а по реальных, редактировал по реальной газеты, типа «Спутник», «Новости недели» все время. «Узы». Ну, «Узы» — это, конечно же, эфемерное издание по терминологии профессора Рогачевского. Тут вышел, кажется, 2 номера, и, естественно, проще было «УЗИ». Название «УЗИ» — «Шамидиоз», звучит по-русски, это прямой перевод слова «ЗИКА». Не могли найти ничего другого эквивалента.
Разумеется, та картина, которую вы описали с телевизионными впечатлениями, она является как борьбой хороших с отличным, она слишком написана прекрасно по сравнению с той убогой реальностью, которую я помню хорошо по редакционной практике своей тогда. Издание довольно жалкого типа, все не питались исторической информацией и, конечно, не сделали качественными. Но кроме того, это были очень хорошие специализированные издания, там, в таблице толстый русский журнал, о котором мы говорим. Кстати, разумеется, плюс английский ревью. Ну, например, пишет видео за издание превосходное, которое мы ходили, с рождения, Минора. И тонкие альфы. Потом это самое, он сильно улучшился. Потом были издания как торгу, причастие. Что два номера всего лишь, это приезжает организация, и вполне там клинички выходили материалы. И тот журнал, который был успешно участвовал в солнечном сплетении, и надо отметить, не без некого чванства, надо сказать, что этот журнал входит в CV, входил в список CV в России и принимался как вполне приличный. Публикация в солнечном сплетении, где удовлетворение человека, примотала к приличным изданиям. То есть я бы сказал, что это ну тогда, и так сейчас все такие агрессивные стремительные реформы проходят в России, что я не знаю, сохранилось ли все это. А раньше, 90-е годы, 2000-е годы, все это входило в список. Прилагали к научной коммуникации. То есть были вполне реальные и очень серьезные. И, разумеется, все это спонсировалось. Разумеется, нельзя бы представить себе не то, что можно такие вещи сдавать спорить самостоятельно. И потом, если будет заниматься, конечно, эпоха 50-х, это другое замечание, что это было года, то, ну, как раз, разумеется, сдать его песни к Израилю. Это очень полезно, как издание. И, конечно, то, о чем вы говорите, панорама Израиля, дайчество чисто не было, кстати, вот то, о чем вы говорите. Но дайчество весьма такой хорошо подобран. И эффективно, его, к сожалению, нигде нет продажи. Он просто не продавался никогда. Он предназначался для засылки в России. Был целый ряд изданий на перозной бумаге. Не все они как бы учитывают наше сознание. Вот типичный там издат такой, который засылался в России. И техническая подача сообразовалась этой задачей. То есть вы следовали этим направлением. Стоит у Клары. Не полный комплект, но есть некоторые номера. Некоторые номера есть, да, не очень трудно стать целиком. Оно где-то гниет в складе альтернативы, если не ошибаюсь. Тонны. Как-то просочиться живому человеку, не знаю. Спасибо, все, что я хотел сказать. Большое спасибо. Я только хотел сказать, что по неволе я пытался как-то, ну, не могу же я рассказывать вам совсем все то, что вы и так знаете, да, поэтому я пытался найти какие-то, большое спасибо, про многие эти издания мне, конечно, известно, которые вы называли, и, просто сегодня не упомянул, но не потому, что не знаю. Я просто предлагаю просто внимание на это направление, потому что там неожиданные вещи довольно. Вообще, я должен сказать, что в дайджестах на самом деле нет ничего плохого, особенно в ранних дайджестах, когда вообще практически никто не говорил на иврите. Например, было огромное количество евреев в Советском Союзе, которые хотели уехать, ничего об Израиле не знало. И каким-то образом, частично, очень редко, но все-таки попадали эти издания в Россию, в том числе религиозные, в Советский Союз. И там они играли очень положительную роль, хотя формально на 90%, на 95% это было пересказ на русском языке израильских официальных и не очень официальных источников. Вот эти панорамы. Наша страна тоже была фактически дайчеством. Из Марива, из Ядохромат, из Да, но она не была рассчитана на читателей Израиля. 15-16 газет, да, все перепечатано. Израильские фары, все беспошные переводы, я просто знаю, что переводился. Но она не была рассчитана на СССР, а вот те издания, о которых вы говорите, они были рассчитаны прежде всего на евреев, которые жили в тот момент в СССР. Просто курьезное дополнение. Вам попадает на глаза газета «Эпоха». Это русская? Там очень много русских. Очень странно. Не знаю, кто ее точно спонсирует. Она газета китайской оппозиции. Она издается на многих языках. Да. Она издается на многих языках. Да. В частности, у нее есть израильская. Она бесплатная. Да, ее можно везде там найти. Она наверное. Знаете, довольно экзотическая. В 80-е годы выходил журнал под названием «Анимейшник». Кино. Видел. Киноискусство. Это вышло, можно, как минимум 5 номеров я видел. Это очень хороший журнал. Тоже дайджест, но очень качественный. Совсем не люблю авангардные вот такие однодневки или не однодневки.
Есть издание ИО, которое очень авангардное, есть издание Михаила Гробмана «Левиафан», которое выходило в 70-е годы, три номера, написанных от руки. Это значит, газета, которая издавалась в значительном количестве экземпляров, но она вся была написана от руки. То есть это артефакт такой, это крайне интересно. И, этого не так много, но то, что там есть, по-моему, очень ценно. Но опять-таки, да, обо всем, к сожалению, не скажешь. Есть еще вопрос? Да, ничего, хочу просить вас слово. Значит, замечательный доклад, как и интересный, как и все, что вы производите. Вы автор известный в Израиле, и мы часто вас издавали, и очень ценимый в Израиле. Вот, и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Тема, она необъятная, очень широкая тема. И надо сказать, что эта периодика, которой вы занимаетесь, она имела большое влияние на периодику, которая издавалась, еврейскую периодику, которая издавалась в течение последних 20 лет на территории бывшего Советского Союза. Владимир Карасик опубликовал двухтомную библиографию только названий этих газет, которые выходили в разных городах и весях нашей бывшей страны, бывшей родины. И там огромное количество. И эти издания, которые здесь, они были основой того, что публиковалось там. То есть они перепечатывали все эти вещи. Далее. Сахнут издавал время от времени свои периодические издания для читателей потенциальных, так сказать, потенциальных олив в России. Иногда эти журналы были на неплохом уровне. Вольт, номера мы издавали как раз такое издание. Да, такое издание. Далее. Периодика, которая здесь, имеет, конечно, большое влияние, имела и на то, что издавалось в Соединенных Штатах лейблием, и в Германии, и часто есть перепечатки. Другой вопрос, это вопрос о экономике вообще всех этих изданий. Эти издания характеризуются, как вы правильно сказали, большими тиражами. Насколько я помню, 10 лет тому назад, когда было соревнование между новостями недели и Вестями, Вести на новости недели похвалялись тем, что у них тираж составлял 32 тысячи экземпляров. А новости недели, Вести якобы были ниже по тиражу. Но в конце концов закончилось тем, что источник финансирования для Вести оказался более надежным, чем источник финансирования для новостей недели. Новости недели перешли на еженедельные. Далее, когда говоришь с редакторами этих газет относительно их читателей и спрашиваешь их, почему уровень их публикаций настолько низок и на кого они рассчитывают, то оба редактора и той, и другой газеты, имена не буду называть, современные редакторы, называют мне следующее. А для кого мы пишем? Мы пишем для, в основном, пенсионеров. Мы пишем для тети Хаи. А тетя Хая ожидает именно этого. Притом, значит, что делает тетя Хая? Тетя Хая, она покупает один экземпляр этой газеты, а потом в этом самом доме для престолов эту же газету читает еще там масса этих самых других обитателей этого острова. На самом деле, в этом процессе, который вы исследуете, очень важен этот момент глобализации. Притом эта глобализация происходит не только в плане влияния российской прессы на израильскую прессу или русскоязычную, или влияния израильской русскоязычной прессы на прессу других стран, но и в плане кадров. Дело в том, что низкий уровень этих изданий, в частности, объясняется тем, что не платят за работу. Зарплата, которую там составляют, они ниже минимальной зарплаты, которая гарантируется государством. Поэтому там работают люди, которым некуда деваться. Иногда это бывает
журналисты высокого класса, а чаще всего люди, которые просто люди, которые имеют какое-то отношение, умеют писать или там, считают, что умеют писать. Поэтому они там работают. Иногда это переводчики, которые просто переводят с иврита на русский язык. Но в любом случае проблема с кадрами там весьма и весьма остра. Кроме того, не существует ни одного места, где готовятся журналисты на русском языке, поскольку это совершенно бесперспективная область. Я знаю, что когда, скажем, лет 12 тому назад я вместе с одним из журналистов израильских, Владимиром Бейдером, начал читать курс израильской русской журналистики у нас на кафедре, пришло огромное количество студентов туда. 20-30 студентов, что являлось совершенно необычным. Мы читали этот курс там около 3 лет, но в результате, когда смотришь, что выпускники этого курса, как они там продолжали свою работу в области журналистики, многие продолжали, но они продолжали в области в основном не чисто журналистики, а в области, которая была связана с всякого рода израильскими учреждениями в России, такие как Сахнут, там, Министерство иностранных дел и так далее, подобное. В частности, в области пропаганды, там они работают. Ну, один из них это Семен Довжик, который сейчас находится в Англии, наверное, вы знаете. С кадрами ситуация достаточно остра. Многие талантливые люди, которые начинали в израильской журналистике, должны были оставить эту область. Они переехали в разные страны. Ну, например, здесь работал очень талантливый человек Антон Носик, который впоследствии там основал Лента.ру и так далее. Успешная карьера. Здесь начинал за границей Виктор Топалер, известный потом здесь начинал Аркан Кариф Крапчиевский. Здесь, на самом деле, здесь начинала Виктория Мунблит, которая сейчас является в Нью-Йорке радиожурналистом. Здесь начинал, не начинал, а продолжал Леонид Школьник, который вначале работал в «Дереве Жанна Штерн», затем работал в качестве журналиста здесь, а затем переехал в Соединенные Штаты и там работал до упора в газете «Это самое новое русское слово». Сейчас он вернулся в Израиль. И так далее. Генеральный директор «Коммерсанта». Дальше. Здесь начинал Виктор Перельман, который переехал там, в Соединенные Штаты и так далее. Из писателей здесь начинал Григорий Свирский, Эфраим Савелла и так далее. Приобретение, то, что он уехал. В этом смысле Эдуард Кузнецов, с другой стороны, начинал не здесь, а начинал в Германии, затем продолжал здесь, к сожалению, ему не дали работать из-за всякого рода политических соображений. Тоже очень интересная история с закрытыми у газеты. Очень интересная история, которую стоит вам ее заняться. Политика и журналистика. Почему израильские журналисты есть причины, почему они избегают критиковать и так далее, потому что они уже обожглись на это. Далее, интересный аспект этой проблемы – это всякого рода издания, либо на русском языке, либо на украинском языке, которые издавались в качестве приложений, было украинское приложение к новостям недели, такое же приложение белорусское, украинское шло на русском языке. Интереснейший аспект – это аспект языка изданий, который никак не контролируется, поскольку здесь нет вообще ни редактора, ни свежей головы, и вообще ничего. Потому что вы знаете, что в советских изданиях, по крайней мере, и в российских очень многих есть такое, такая инстанция «свежая голова», человек, который проверяет, в конце концов, так сказать, окончательно того, чтобы текст был чистый. А этого нет. Здесь как написал, так и идет в печать и так далее, не контролируется совершенно. Поскольку журналистам ничего не платят, то, как я уже говорил вам в частной беседе, редактор газеты или журнала часто принимает огромное количество материалов, которые ему добровольно поставляют, так сказать, разные люди. Притом, опять-таки, часто это не контролируется, и это такого рода материал низкого пошиба, что просто стыдно вообще за эту газету, за это издание, что публикуют. Но опять-таки объясняется чисто финансовые соображения.
Так что я думаю, что то, что сказал Миша Войсков относительно низнижайшего тестика, это же самое печальная картина. Навязанная аскетизм. Навязанная аскетизм. Я хочу вас похвалить за прекрасно выполненную работу за такой короткий срок, и я думаю, что ваш обычный широкий энциклопедический подход, он сказался и в этом материале. Я думаю, что если вы продолжите эту работу, то выйдет не только интересная статья, но, наверное, очень интересная книга. Большое вам спасибо. Очень ценное замечание. Я имею отношение с интервью. Давайте, может быть, еще пару вопросов. Только осталось очень много времени. Может быть, еще пару вопросов, а потом вы сможете отреагировать на них? У меня такой репликный вопрос. Академические издания. Сзади Красометан и так далее. Они не двойственные. Это реплика. Все. Я тоже хочу продолжить то, что сказал Марк Абрамович. Во-первых, выразить восхищение проделанной работы и перспективы этой работы. Я думаю, что все, от кого это хоть сколько-нибудь зависит, должны сделать все, чтобы Андрей приезжал еще и продолжал эту работу. Потому что очень много из того, что почти все, что он делает, невозможно сделать, находясь здесь. Вот. Конечно, некоторые могут стыдно скажу, мы сами должны были делать эту работу. Но ситуация такая, может быть, Андрей уже это понимает, что никогда никакому местному человеку бы такую работу не профинансировали. У меня были попытки в этом направлении еще 20 лет тому назад. Это вообще не считалось материалом, не считалось научной проблемой. И так далее. Никто бы, ни веки, не может быть сейчас, это что сейчас. Тогда, значит, поэтому очень хорошо, что появился Вадим Андрей Любачевский, и все, что мы можем сделать, мы должны делать для того, чтобы он почаще сюда приезжал и сидел здесь, опрашивал людей и так далее, и так далее. Тут очень важный момент, это опрос людей, потому что по причинам некоторого табу на всякое печатное высказывание очень многое коренится вот в такой, ну как сказать, писании, которое устно. Значит, очень много информации об истории этих изданий содержится только в устной традиции. Хотя надо сказать, что что-то можно найти в русскоязычной литературе Израиля, писавшейся в эти годы, как и в шаржирном, сатирическом виде, ну, там, как Евгений Рубин или Милославского, но все-таки какое-то представление о том, как это делается, это дает. Теперь, значит, к тому, что сказал Борис Абрамович, я хочу сказать, что не только на еврейскую печать мира России, израильская печать, но и на новый типа русскую печать, как сказать, Димитровку, например, да, бывших частей Советского Союза. В частности, я это знаю на примере Латвии, когда, значит, тамошние олигархи забивали новую хорошую русскую газету, то они для этой цели выписали Давида Маркиша на большую зарплату, чтобы он эту газету был. Ну, естественно, ничего не получилось, но он ничего не делал. Но считалось, что он обладает этим израильским ноу-хау, как из ничего делать газету. А как из ничего делать газету, это мы наблюдали в 91 году, как это газета «Время». Прекрасно задуманная, эффектно выполнены, особенно эффектно были ровные номера, которые читатели, которые делали для бригады, на протяжении нескольких месяцев за счет покойника друг для друга, да, чтобы показать, что они могут делать газету. Была замечательная газета, к сожалению, она не находится на библиотечном хранении. Это одно из самых интересных чтений в жизни, которое читаю. Была пародийная газета. Но целиком полнополосной, восьмиполосной или даже больше. Значит, еще что бы я хотел сказать. Во-первых, отвечая к тому, что сказал Саша, с точки зрения истории культуры не имеет никакого значения юридического предписка, никакого печатного издания. Я это ставлю на примере русской книжной продукции Израиля,
в которой все выключилось, интересные книги, изданные якобы в Амстердаме, якобы в Лондоне и во многих других местах. А в последнее время, значит, якобы на территории бывшего, бывшей России, значит, очень-очень часто формальная, как бы сказать, принадлежность, значит, является, ну, главным образом средством субъективных планов. Вот. Теперь, опять-таки, потому что с тобой тогда насчет газет, которые читают при работе, по поводу. Тут очень важно, по-моему, в истории журналистики вообще заниматься тем, как каналом периодика читатель, как она доходит до читателя. Это изменяет наше представление о влиятельности издания, о тиражности его. Я, например, наблюдаю, что есть не только русские, это понятно, есть какое-то количество израильских людей, по-моему, вполне обеспеченных, которые предпочитают читать газету в книжном магазине за бесплатно, придя в торговый центр Малаха. Там выстраивается прямо очередь за теми тремя четырьмя и за правильную, что делают израильские газеты. Те люди согласны стоять, вот, только что потом бесплатно, значит, прочитать эту газету. В этой связи я вспоминаю такую вещь, которая меня немножко открыла вообще глаза. Я когда занимался специальной темой по истории советской литературы 60-х годов, в поисках такого источника, по которому можно восстановить ежедневное течение, более-менее адекватное ежедневное течение духовной и материальной жизни советского человека в эти годы, стал почитать комплект журнала «Крикодил». Мне кажется, что это самый правильный путь для... То же самое, это относится к другим периодам русской истории, да, значит, юмористический журнал. И когда я стал читать, я вдруг поймал себя в том, что, боже мой, я это все читал, я это все знаю. Более того, какие-то вещи я знаю именно оттуда. Я никогда не был подписчиком журнала, никогда мне в библиотеке не пришло бы в голову тратить время на то, чтобы читать журнал. Но я ходил в парикмахерские, ну, раз в месяц, и посещал парикмахерские. Потом я ходил к зубным врачам и другим. У них у всех лежал на столе крокодил, который я, естественно, у зубного врача по 5 раз перечитывал эту бумагу. Значит, мы задали вопрос, что не было туалетной бумаги. Я к этому перехожу. А кое-что я вспомнил из газет 60-х годов, что я читал в дачном совете. Я скажу, я что все на документах. Вы университет. А, да, вы университет. Я вспоминал, на какой даче. И значит, ну, тут в Израиле в связи с отсутствием дефицита туалетной бумаги, как будто бы такого нет. Хотя не переручусь ни за что, потому что я помню, что мы сдавали квартиру свежекупленную, потому что не было денег, хоть не жить. Мы ее сдавали каким-то соотечественникам бывшим, которые сразу же сказали, что ага, вот здесь там они права на пропускали, здесь мы будем картошку на зиму держать. Так что не исключено, что какие-то навыки советской жизни, в части экономии на туалетной бумаге, продолжалось и здесь. Ну, насчет эфемерных изданий. Нет такого разделения. По признаку завершенности проекта и незавершенности. Вышел один номер, это все равно периодика. Она задумывается периодикой, какая-то референтная группа, это читатели толстых журналов или там литературных журналов. Я понимаю, что хочется сузить. Вообще все хочется сузить, да, русского человека и поле занятий, но, увы, тут не получится. Это не пройдет. Вот. Значит, действительно, столько вещей, свяжу за первое 20 лет моей жизни свяжем, прошли под глазами. Я вспомнил, как возник журнал «Солнечное сплетение», да, когда надо было спасать якобы от наркотической зависимости русскую молодежь. На него были выданы деньги. Я помню, как замечательный журнал, я не знаю, видели вы журнал «Наш Скопус» какой-то. Да. Вот. Издаваемый Еврейским университетом, вышла номеров. Ленин, да? Издавал Ленин, по-моему, 8 номеров вышло.
масса интереснейшего материала там была. Он полемизировал тогда с этими, с любителями наркоманов. Да-да-да, с нами полемизируем. Потом печатал, что он все правильно. Вы говорите с нами, это интересно. Вы редактируете. Вот. Так что главное смысл моего выступления – это некоторый тост, да, чтобы давайте, Андрей, продолжайте, потому что если не вы, то кто же сделает эту замечательную работу? А мы, после всего услышанного, мы готовы, все из нас готовы помогать, чем попрёшь. Если предельно коротко, да, то все. Тогда можно сказать, вы хотите что-то ответить в заключение? А вот давно, можно еще просто дать возможность, потому что давно руку тянул человек, и тогда уже я всем... Давайте коротко, чтобы... Конечно. Ну, хорошо, я так постараюсь уложиться, потому что мы с половиной, я просто знал, что надо записываться, мы с половиной не записываемся. Вы упомянули о изданиях, издаваемых банками. А умыли вы изданиях, издаваемых больничных лекарств? Нет. Я хочу сказать, что есть такие. Значит, есть, например, издание такое, может быть, известное членом больничной кассы Макаби «Макобетон». Когда-то его было невозможно читать. Это простой перевод. Это просто перевод на русский язык. Но, что любопытно, его можно читать сейчас, последние, по крайней мере, 2 года. И там есть редактор, там есть вот кто-то, кто все это читает. Это не просто советы о том, как принимать или не принимать таблетки, заниматься ли спортом и как воспитывать детей. Там, между прочим, есть советы и правового характера, информация правового характера. Например, я вот думаю, что и уверен, что не все сидящие здесь жители Иерусалима знают, что год назад из медицинских страховок, золотых и платиновых, было исключено покрытие, начинали кар, поддержали сохранение жизни, то есть выдержание. То есть Саша делается, к чему приводит вот то, о чем говорил Александр Кулик, о корреспондентской сети, это было замечание. Оно приводит к тому, что русскоязычные средства массовой информации, например, 9-й канал, дают популярность и возможность развития в будущем. Совершенным, например, мой 11-летний сын не может слушать перевод на русский язык тех самых новостей, которые он 2 минуты назад услышал на 2-м израильском канале. А это буквальный перевод. Еще одна вещь, которую я хотел бы сказать по ходу того, о чем вы говорили, это просто крик души, то, что действительно в национальной библиотеке невозможно становится получить старые, которые здесь родились или приехали маленькими, чтобы они русский язык не забыли. Там есть такая, значит, условно называемая воскресная школа, то, что по-русски называется воскресная школа. Вот там распространяется эта газета, ну, в 70 точках по городу, тиражом 3000 экземпляров, и все расходится. Так что, значит, с распространением проблем нет, но редактор говорит, что он не хочет увеличивать тираж, во многих точках просят это увеличить, но не хочет увеличивать тираж, потому что ему тогда не выгодно, там начинается уже...